24 марта в рамках научно-популярного проекта «Пронаука» в КФУ пройдет зачетная ночь. Цель мероприятия – раскрыть тайны Вселенной, а также простым языком рассказать о передовых исследованиях и поделиться интересными лайфхаками. Ну, действительно, 16-я серия научно-популярного проекта «Пронаука» в КФУ посвящена именно университетской тематике. Называется она «Зачетная ночь». И в этот вечер, в эту ночь каждый человек, который придет к нам на мероприятие, сможет почувствовать себя студентом. Гости мероприятия получат возможность познакомиться с экспертами, учеными в различных отраслях науки. Помимо этого, участников проекта ждет 20 интерактивов, в числе которых познавательные мастер-классы, викторины и выставки. Топовые спикеры проведут лекции о главных тенденциях в мире наук. В их числе магистр игры «Что, где, когда». Родители, опять же, приходите обязательно с детьми, потому что интересно на площадке будет и детям, и взрослым. Потому что интерактивы наши ориентированы на практически все возрастные категории. Само вообще мероприятие – это 6+. Научно-популярный проект Казанского федерального университета «Пронаука в КФУ» радует студентов с 2016 года. В среднем одно мероприятие собирает до 3000 гостей. Вход свободный, зарегистрироваться можно на официальном сайте университета. Арина Рахматуллина, Александр Кузнецов, Универньюз.